Оборонные контракты более чем на 1 000 000 000 000 рублей заключены в рамках форума «Армия-2019». Около полусотни документов. Некоторые подписали сегодня в присутствии Владимира Путина, который приехал в подмосковный парк «Патриот». В папках с гербом Минобороны заказы на истребители 5-го поколения Су-57, вертолеты «Ночной охотник», подлодки проектов «Лада» и «Ясень». Многие разработки, которые придают вес нашей оборонной промышленности, главнокомандующему показали на выставке. Среди экспонатов беспилотный вертолет радиоразведки, аппаратура радиоэлектронной борьбы, различная робототехника.